Алло, Люсь. Это я. Слушай, я искал ключик от почтового ящика, у тебя в сумочке, нашел фотографию какого-то мужчины. Это твой брат? А там написано «Целую Гоги». А двоюродный брат? А по отцу или по матери? По какой матери? А, ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люсь. Слушай, я искал ключик от почтового ящика, у тебя в шубе нашел пистолет. Это зажигалка? Такая, я хотел прикурить, а мужчина в окне напротив упал. Что положить на место? Так мне же его не поднять, он прямо в окно вывалился. А, ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люсь. Ну что, я спустился к почтовому ящику без ключа, сунул палец в дырочку, а высунуть не могу. Так это мне сосед радиотелефон принес. Да, там каждую минуту $100. Так я уже с тобой полчаса разговариваю. А, вот видишь, оказывается, если поднять палец кверху, он высовывается. Видал, какие дырки не круглые? Кто круглый? А, ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, Люсь, ну что, звонил твой брат? Че, как узнал? Я спросил, Гоги, это вы? Он говорит, да. Ну, у него был растерянный голос. Я спросил, что-нибудь случилось в семье? Вот моя ничего не знает. Алло, Люсь, слушай, я искал ключ от почтового ящика, у тебя в шкафу нашел деньги. Да их там так много, нам, наверное, их подкинули. Да ты не беспокойся, отпечаток пальца стер уже, выкинул их все в мусоропровод. Теперь вообще никто не узнает, что они у нас были. Алло, Люсь, это мы! Гоги пришел. Слушай, ну от него пахнет, как с нашего мусоропровода. И он чихает. Алло, Люсь, а скорая помощь 02 или 03? А, ну я позвонил 02, приехала милиция. Схватили твоего больного брата, кричат, это ты стрелял из пистолета. Ну, он выхватил автомат, они говорят, нет, это не он. Меня спросили, ты стрелял? Я говорю, врать не буду, прикуривал. Так они просили показать, как я прикуривал. Да, это вообще какая-то странная зажигалка, я два раза прикурил. Теперь в квартире вообще никого нет. Алло, Люсь, а ключ от почтового ящика где? Где-где? Ну что ты ругаешься? Я почтовый перевод от мамы жду. Жить-то на что-то надо. Алло.